Это репешок обыкновенный, сорное лекарственное растение. Широким спектром лечения применяется при различных нарушениях. Он очень хорошо лечит заболевания желудка, язва, гастрит, лечит заболевания суставов и позвоночника, особенно остеохондроз. Так как он лечит даже самый застарелый остеохондроз, он выводит соли из позвоночника, есть межпозвоночные диски, и на них откладываются соли. Он даже застарелый остеохондроз излечивает, но это длительное время нужно пить. Также он применяется при заболеваниях мочеполовой системы, простатит и прочие заболевания. При диабете хорошо помогает, снижает уровень сахара в крови, при гипертонии и прочих других заболеваниях. Хорошо очищает кровь.